Однажды театральная труппа ехала в город Друскининкай с выездным спектаклем. В автобусе две актрисы всю дорогу рассказывали друг другу об оторвавшейся пуговице, которая закатилась под диван. Став невольной слушательницей этого разговора, героиня нашей сегодняшней программы, будучи ведущей актрисой драматического театра, не выдержала и наутро подала заявление об уходе и ушла. Но спустя время она вернулась. И вновь выездной спектакль, ночь и разговор актрисы о кулинарных пристрастиях. Только теперь эти житейские земные разговоры ее не раздражают, а умиляют. Она плакала от удовольствия находиться среди этих замечательных людей, которые только что сыграли чужие жизни в спектакле, ну а теперь могут себе позволить мило болтать о каких-то пустяках. Людмила Волкова, заслуженная артистка Республики Беларусь, в какое-то время перестала спорить с судьбой. Она поняла, куда бы душа ее ни рвалась, все равно высшие силы возвратят в Гродно на сцену драматического театра. Почему? Я вам расскажу по большому секрету. Северный экономический район нашей страны. Здесь, на Кольском полуострове, в Заполярье, уместилась почти вся территория Мурманской области. Скала Барыня, водопад Черный Подон, гора Крестовая. Это все достопримечательности города Кандалакша, место, где появилась на свет в семье военнослужащего хрупкая девчушка Люсенька. Именно мурманская земля заложит в характер девочки такие качества, как величественность, непримиримость и при этом мягкость и трогательность. Она, как сегодня, помнит те моменты детства, которые были способны удивлять и завораживать. Первое явление северного сияния – огромные лесосплавы, каменный лабиринт Вавилон, выложенный в виде спирали. Это уже повзрослев, она получила информацию о том, что в окрестностях Кандалакши давным-давно проживало племя Саами, которые почитали культ священных камней. В детские же годы казалось, будто лесные сказочные герои прокладывают свои тропы перед малышкой. Уходила в лес и видела. Это потом только я вспомнила, что я же там была, я же видела это. Такие каменные, такие какие-то завитушки, древние-древние, видимо, камнями какими-то вот выложенные. Я по ним ходила, по этим завитушкам, и каким-то образом приходила домой, не знаю как. Очень далеко уходила и приходила, возвращалась как-то. Возвращалась из непроходимого леса, прыгала с бревна на бревно при лесосплаве, заходила по пояс в Белое море, чтобы рыбок посмотреть. Играли совсем небезопасные игры. Уже с детских лет Люсенька поняла, что у каждого своя судьба. И только от силы твоего ангела-хранителя зависит, быть тебе или не быть. К счастью, критических ситуаций не возникало. Усталая, вся мокрая, чумазая, девочка мечтала, что непременно свяжет свою жизнь с приключениями и путешествиями. И никогда в жизни мне в голову не приходило, что я хочу быть актрисой. Никогда. Видела я себя почему-то где-то в каком-то таинственном месте, в какой-то небольшой группе людей, с какой-то небольшой группой людей. И ищем мы что-то такое совершенно старинное. То есть, видимо, хотела быть всегда археологом. Вот хотела, это была моя мечта. Где-то быть очень далеко, где никого нет, где совсем мало людей. Вот почему-то так вот я видела себя. С этими мыслями 14-летняя девушка переедет вместе с семьей в Беларусь, в город Марьиногорка. Теперь этот край озер и лесов будет вкладывать в душу девочки свои ценности и богатства. Подпитывала же все эти эмоции чтение книг. Все же мы тогда очень много читали. Наше поколение, начитанное поколение. То есть ведь не было ни телевизоров, ничего такого не было, радио. Ну, было радио там, вот, патефон, слушали музыку и читали. Поэтому все мы очень мечтательные люди, мы все умеем выстраивать эти образы, понимаете? Нам не нужно, вот как сейчас,
Вот показали по телевизору, все рассказали, показали. То есть как бы это вторые руки получается. Кто-то уже это увидел, представил себе, и тебе это как бы не то, что навязал, но ты уже это увидел, и потом трудно уже даже книгу читаешь эту, то, что ты увидел, это произведение, уже трудно от этого отойти, отрешиться, если ты в первый раз эту книгу читаешь. Вот. Так что у нас даже вот строй, может быть, художественного мышления несколько иной, чем сейчас. Однако это увлечение не помогло Людочке сдать экзамен по русскому языку в педагогический институт. Это потом она поймет, что в жгучем Владикавказе, куда отправиться за знаниями, и нежелательно-то находиться в светлоглазой блондиночке. Но в то время именно отчаяние возвратит Люду обратно в Беларусь, где на протяжении года девушка будет работать красильщицей игрушек. Скольким Дедом Морозом и Снегурочкам она подарила цвет глаз и улыбку, теперь и не сосчитать. Но распрощалась она со своими сказочными персонажами только благодаря поступлению в Белорусский театрально-художественный институт. Экзамены в театральном институте раньше, в художественные вузы на месяц. Она попросила меня за компанию, так как она очень боялась, и я с ней ехала. И очень легко поступила, очень легко. Хотя был огромнейший конкурс. Вот, и так получилось. Выдержав огромный конкурс, 25 человек на место, Людмила на время учебы становится минчанкой. Ну а через некоторое время – женой и мамой. Рождение ребенка у второкурсницы – явление для театрального института уникальное. Но Людмила была уверена, если свыше была подарена эта жизнь, значит, так должно быть. Если ребенок рождается, то вообще все, что нужно для этого, все дается. Вот. Это точно, абсолютно. Потому что, казалось бы, зачем? И не нужно ни в коем случае. Конечно, меня абсолютно все, включая и матушку, и всех, все мне, конечно, отговаривали, говорили, ты с ума сошла, ты все потеряешь. Ты... Но мне почему-то, я считала, что нет. Вот я должна родить ребенка. Даже не сомневалась в этом. К сожалению, много проводить времени с маленькой Аленкой Людмила не могла. Ровно через 2 недели снова приступила к активной студенческой программе. Дочку воспитывала бабушка. Молодой же девушке необходимо было, помимо учебы, зарабатывать деньги, теперь уже не только для себя. Людмила подрабатывает манекенщицей, работает в доме моделей. К счастью, все успевала, все получалось. Конечно же, ее внешность итальянской кинозвезды была замечена. После окончания института перед ней распахнулись двери всех без исключения театров столицы. Но отсутствие отдельной жилплощади приведут Людочку в город Гродно, где была предложена квартира, работа и перечень ролей, которые, что называется, ждали свою актрису. Я сыграла здесь ряд ролей, и за одну из ролей я получила очень престижную награду в то время. В то время вообще театральная система была очень скупа на награды. Не так просто было получить. Я получила в ряду. Вот мою фамилию по телевизору я услышала после фамилии Александры Климовой. А это звезда нашего белорусского театра, сами знаете. После нее моя фамилия прозвучала. То есть, по-моему, 15 человек, которые были награждены. То есть там входили и балет, и оркестры, и так далее. И моя фамилия прозвучала. Это был на второй, по-моему, год работы моей в театре. А потом будет эта злополучная сцена в автобусе, разговор актрис о земном и заявление об уходе. Людмила пошла работать в облсовпроф режиссером-инспектором по театрам и народным коллективам. Она сидела за столом в маленьком кабинете перед горой папок и отчетов. Листала какие-то бумажки и совершенно точно для себя определила. Это не мое. Вернуться помог звонок режиссера и предложение заменить заболевшую актрису в новом спектакле «Пучино». Она просто была счастлива вновь служить театру. К этой профессии я отношусь очень с большим уважением отношусь к этой профессии. И вот недаром говорят, служит. Где служит? Служит в армии. Потому что такое служение? Когда нельзя сказать, я работаю в театре.
Или «я работаю в армии». Вот тут я работаю, а вот я вышел, и я уже, у меня другая жизнь. Это невозможно в армии, потому что знаешь, что в любой момент тебя могут позвать. Может быть, тревога или там еще что-то. И вообще ты не можешь. Ты офицер, ты военный, ты должен вести себя соответственно, даже если ты в гражданском. Служить, естественно, в монастыре тоже нельзя. Там вообще, там просто люди там живут. И точно так же, да, я работаю, я вот сейчас, там, допустим, у меня репетиции, а тут я вышла. Я вышла, но я не могу себе позволить много съесть, хотя обожаю покушать. Я не могу себе позволить там еще что-то, если меня, допустим, знают. Потому что все равно уже жизнь моя связана с этим, я служу. Вот раньше говорили, я служу в театре. Вот я могу сказать... без там ложной скромности. Я служу в театре. К сожалению, эта преданность театру и большая занятость влияли на близость отношений Людмилы с дочерью. Дефицит общения чувствовался всегда, тем более в период разрыва отношений с супругом, отцом Аленки. Девочка должна была учиться самостоятельности с детства. Таковы были условия. Но это не говорит о том, что актриса не обливалась кровью сердца от этой необходимости. У Людмилы до сих пор в памяти тот день, когда, играя в спектакле «Жила-была сыроежка», заболевший ребенок не ответил на телефонный звонок. И вот я в перерыве звоню, ребенок не отвечает. Что делать? Звоню еще, не отвечает. И я прям в этом костюме, сняла только шляпа бархатная, розовая была у сыроежки. И прям в этом костюме, потому что под ним еще был свитер, потому что в театре холодно было, такая розовая, значит, у меня было такое узенькое платье, и внизу нашиты зеленая блестящая трава такая. Ну, естественно, в гриме, в такси. И приехала. Я жила тогда на улице Мира. Ребенка дома нет. Нет вообще. Ребенка, у которого завязаны уши должны быть, ребенок должен сидеть дома, нету. Нет моих туфель. На шпильках ребенок, которому 4 года было, значит, в моих туфлях на шпильках, по сугробам, в соседний дом в гости. Представляете? И вот пока я ее нашла, вообще что со мной было? Сегодня, когда дочь уже сама взрослая женщина, мама двух прекрасных сыновей, от обиды не осталось и следа. Алена поняла, что мама всецело предана только театру. И хоть не единожды актриса Волкова пыталась изменить Гродненскому областному, все равно возвращалась в свой театр, на свою сцену, к своим персонажам, которых, к слову, у нее немало. Актер – это некий сосуд или некое помещение, которое битком набито этими вот персонажами вообще-то. Потому что и сны-то у актеров вот такие вот одни и те же бывают иногда, когда вдруг какой-то старый спектакль вот нужно сыграть срочно. Ты выходишь на сцену, ты понимаешь, ты все понимаешь, кроме текста. Его ты не помнишь, конечно. Вот жуткий, страшный сон на эту тему, что ты не помнишь текст. Но ты помнишь полностью свою роль. Помнит она и судьбоносную встречу с человеком, который во всем будет помогать хрупкой женщине. Супруг Петр, сегодня ее второе крыло. И именно ему она доверяет все свои мысли и чаяния. Не всякого человека легко полюбить, мужчину. У мужчин так много всяких разных плохих привычек. Не всегда, так сказать, легко с ними смириться. Вот. И если уже ты смиряешься с ними, или, может быть, таких там меньше таких привычек плохих, и многое можешь простить человеку, значит, он должен обладать чем-то таким, чтобы с ним можно было жить всю жизнь. И каждый день мой муж говорит мне, что он меня любит, и каждый день говорю ему, что я его люблю. Даже в нашем возрасте. К слову, пройдя огромный творческий путь, Людмила Александровна сегодня может поделиться сокровенным. Театру она изменила единожды. Снявшись с кино, одинокая женщина мечтает познакомиться. Здрасте, из домоуправления. Здрасте. Проходите. Сюда, пожалуйста.
Я по поводу вашего мужа. Что с ним? А вы не знаете? Он звонил, обещал скоро быть. Похвастаться большим количеством киноролей не может. Не потому, что не звали, а потому, что даже искусив этот плод, понимает, что театр – это нечто большее, чем эмоции и заученный текст на кинопленке. Я теперь, прожив уже большую жизнь, и большую жизнь в театре, и зная, и понимая, что такое кино, имея на все свое мнение, все-таки я согласна, театр – это что-то тайное. Это что-то тайное подарило актрисе незабываемые ощущения, живые аплодисменты и яркие встречи. Юрий Соломин, Василий Лановой, Ирина Купченко – великие актеры когда-то работали в связке с Людмилой Александровной. Разве это не подарок судьбы? Да, конечно, подарок. Кроме удовольствия, кроме того, что ты смотришь с удовольствием на своего партнера и какой-то даже еще больше подъема, чем обычно – ничего такого, что вот ах, а как же я, ой, да я текст не помню, а как же, а тут, а он такой, а я такая. Ничего подобного не было. Служение театру, внуки, дочка и супруг. То, чем наполнено сердце заслуженной артистки нашей страны. Она в свободную минутку перечитывает любимые книги, отдыхает на даче, пробует себя в роли режиссера и обязательно заходит в церковь. Для того, чтобы поблагодарить высшие силы за тот путь, который выпал на долю артистки, женщины, для которой театр – это судьба. Это очень тяжелое испытание. Испытание самолюбия, испытание терпения. То есть все непросто. И поэтому я не могу сказать, я счастлива, что я актриса. Нет, просто... Это моя судьба. И я считаю, что я, по крайней мере, постаралась вовремя понять, что это моя судьба. И я надеюсь как-то честно прожить свою жизнь в театре. Самый лучший рецепт – это чистая совесть, остальное – муштра. Именно такую рекомендацию дала актриса, когда услышала вопрос, как сохранить женщине спустя десятилетия блеск в глазах и очарование улыбки. Она идет по своей творческой стезе с высоко поднятой головой. Достойно, благородно, не опуская стыдливо глаза, Людмила Волкова принимает каждую минуту своего пребывания на сцене как ценный багаж опыта и знаний. И согласитесь, это ее красит. Так как сегодня она, заслуженная артистка Республики Беларусь, выступает идеалом, как должна выглядеть, как себя должна преподнести и что должна говорить женщина-актриса. Женщина, которая заслуживает свой адрес громогласное «Браво!».